Так. Так, это я зря сожрал. А, ну еще я это сбегал таки за трупом еще на стриме и переодел его уже за пределами стрима, чтобы время не тратить. Вот как-то так. Ну, наверное, надо бежать теперь к порталу и пробовать. Наверняка гробница уже в другом месте находится, но тем не менее попробуем проверить. Кстати. Да, с маной тут будет интересно сейчас. Так, а чё по мане? Тут надо вот бутылками запасаться, видимо, по полной. Так, у меня сколько? 8 скелетов? Или может быть 9 все-таки? Надо проверить. 9? Может быть даже 10? Нет, все-таки 9. Так, надо, наверное, вот это перенастроить. 8 в 7 5. Неудобно. Давай вот так все-таки мы сделаем. Да? Это сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Да. Как-то так. Что тут у нас? Зелье манны берем.
Ладно, нет, гробница на месте, удивительное дело, ладно. Ну, неплохо на самом деле, как бы. Посмотрим, как они с боссом с этим справятся. Пока бодренько. Я надеюсь, посох-то мне не нужно повторно раз насовывать. Так, и скелет. Нет, нового скелета мне не дали. Ну, давайте пробуем. Так. Ну, смотрите, все-таки скелеты рулят. Исследуйте гробницу Талраши. Так, насколько я понимаю, у меня завалили моего любимого напарника. Надо в город сгонять.
Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуй. Это, я так понимаю, здесь выход. Который не нет, рабочий. Ёк-макарёк. Там какой-то этот Тираэль торчит. Да нельзя никак. Ну ладно. Я вот думаю... Я опоздал. Теперь владык разрушения снова на свободе. Я вот думаю, может быть, все-таки по гробницам пройтись,
потому что, если честно, я даже вот как-то не уверен. 260 вдруг там что-то важное. Харадримы получили камни души от архангела Тираэля. Небесные силы крайне редко вмешиваются в человеческие судьбы напрямую. Но говорят, что Тираэль действовал по собственной инициативе. Мы так и не поняли, что им двигало. Возможно, он нарушил небесные порядки, потому что не верил, что мы сможем защититься самостоятельно. А может, он понимал серьезность угрозы лучше своих собратьев. Силы преисподней обычно движимы лишь жаждой разрушения, но воля небес неисповедима. А теперь торопись. Диабло и Баала нужно остановить, пока они не нашли своего брата Мефисто. Если три великих воплощения зла объединятся вновь, нашему миру придет конец. Какой ужас! Баал завладел одним из самых могущественных магов в мире, и владыка ужаса направляет его. Их нужно остановить, ибо они, вне всякого сомнения, намереваются освободить своего старшего брата, Мефисто, владыку ненависти, заточенного под оскверненным городом Курастом. Боюсь, ты направляешься прямо в логово тьмы, но вера спасет тебя, да озарит свет твой путь. Я не уверен, что он мне не пригодится. Так. Положу его сюда. На всякий пожарный. Угу. Я вот не помню, shift у меня есть на чем-то. Есть. Так. Угу. Нет, я его положу на сохранение. Вдруг пригодится потом, когда я его... Прочее. Так. Угу. Тоже хочу сказать, хочешь? Мне жаль, что твои надежды не оправдались. Иди и вспоминай нас добром. В отличие от многих, ты почти не докучаешь мне. Твои... Да. Что-то сказал, я пропустил. Ну ладно. Наша задача стала намного сложнее. Печально, что Талраша поддался разрушительному влиянию Баала. Харадримам известно много секретов, которые он может использовать против нас. Тебе нужно отправиться в Кураст и остановить Диабло с Баалом, пока они не освободили своего старшего брата Мефисто. В землях Восточной Империи теперь все по-другому. От них уже довольно давно не приходило вестей. Время решит все. Поторопись, и да улыбнется тебе судьба.
Ладно, я особо торопиться-то не буду. Я твои сейчас со всеми поговорю и пойду и гробницы горжусь, грабить. Я могу называть тебя другом. Благодаря тебе мы снова заживем в мире. Добрый день. Че, выход-то здесь не работает? Почему? Войти можно, а выйти нельзя. Тупо как-то. Ладно. Я не смогу нести больше.
Куда у меня девятый скелет делся? У меня палка сломалась, что ли? Больше. У меня сломалась палка. Я не то, блин. А что я такое нажал-то? Как я его поменял? Не должен же быть. Так, ладно. Собрал. Тут и гробницу я тоже полностью не прошел. Взял.
Ну, сука, какой здоровенный. Thank you.